Всем привет, с вами Дричент. Ну что, продолжаем проходить Dead Island. И давайте освежим свою память, что у нас должно сейчас произойти. На вертолете улетели, и мы должны прийти на встречу с Сэмом и Эммой в Бель-Эйр. Окей. Окей. Давайте перемещаемся. Так, Бель-Эйр. По-моему, это же Беверли-Хиллз, правильно? А, нет, вот Бель-Эйр. Переместиться. Да, переместиться. Сейчас будем, в общем-то, понимать, что для нас нового придумали. И будем нарубывать наших зомбаков. И поймем, что у нас там нового по сюжету. Эмма, I'm just a regular guy with stupendous skills. Так, очень много разговоров. Так, подготовьте Эмму и Сэма к дороге. Окей. У нас по верстаку. Все готово, мечи, все есть. Окей. Лучиана, кто это? Всем привет, я вернулся! Загляните к Андреа. Так, Андреа — это наша уборщица. Это что? А, это карта для перемещения, да? Окей. Андре? Не пол, ади Андре. Ну, вроде типа здесь. А, на сверху. Окей. Андреа, что ты на кровати? Ну давай поговорим. Андреа, я жив! И вы тоже живы! С возвращением, рада, что с тобой все хорошо. Смотрю, Эмма... Я сожгла метро, пришлось иначе, я бы уснула бы. Власть выжившим, товарищ Андреа. Должна признаться, я подняла руку на Эмму и Сэма. Они еще долго этого не забудут. А на видео случайно не сняли? Я бы заплатил. Эмма была доброй девочкой. Эта слава ее испортила. Но раз вокруг творится такой ужас, она может и образумиться. Просто надо испугать ее до полусмерти. Может быть, Сэмом она сможет начать чистого листа. Каждый заслуживает второго шанса, даже Сэм. Чудеса случаются, она, знаешь ли, подарила мне этот дом. Поздравляю, но разве вы не хотите улететь с нами? У нас все будет хорошо. На секунду я увидела прежнюю Эмму. Где они сейчас? Нужно шевелиться. Вы с ними разминулись, когда я швырнула в них. В общем, им не сиделось на месте, они ждут тебя у канализации. Эмма Джонс, канализации. Да, точно, тогда я лучше пойду. Храни вас все, Господь. Что бы ни случилось, в доме Салазара всегда рады. Храни вас Господь, Андреа, и вашу семью. Так, догоните Эмму и Сэма у Паттона. У Паттона или Паттона. Давайте. Так. Here we go. Значит, у меня есть хороший гаечный ключ. Немножечко сейчас освежу себе память. Немного давненько я играл. Ага, ага. Ага. И тут у нас по рюкзаку мы меняем. Все, окей, я все вспомнил. Так, ну лучше всего с мечом. Меч у нас самый такой, прям заряженный после автомата. Вот он. Правильно? Я думаю, что правильно. О, это кто умер? Я как-то в тот раз не обращал внимания. А, я понял. Все, это они его похоронили.
Добрый день! Утро доброе всем! Ладно, не обращайте внимания. О, меня уже ждут. Я, конечно, могу на самом деле и пробежаться. Йо, Эмма! Сэм! Это Джейкоб, ты там? Алло? Я иду на Паттон's crib. Так, вот канализация. О, бля. You're on the wrong О, side бля. Of history, boys. Я забыл, как уворачиваться. Бля! А, все, вспомнил. Реально, чуть-чуть у меня с головы повылетало по воротам. Немного я позабывал. Сейчас немножечко я вспомню. А ты зараза. Промазал. Сейчас папка все вспомнит, как тебя наваливать. Ой, бля. Твою налево. Ну, я скажу вам так, когда долго не играешь в игру, как бы это обидно ни звучало, но, типа, ты немножечко забываешь это все дело. Ну, где моя ярость? Твою налево. Да пошел ты нахрен! Мне надо ярость зарядить на тебя. А она никак не заряжается. О, бля. Так. Один момент. Ага. Ладно, давайте его немножечко к себе позовем. Хрен с ним. Стоп, а у нас тут нету? Вставить передох... А, есть. Ёпер... А, мы попозже чуть зайдем. Он не идет за нами? А, идет. На! О, бля. Эх! Мужчина, не поворачивайтесь! Так, что-то я очень давно не играл. Что-то я расслабился. Так, стоп. Так. О, ярость заряжена. Отлично. Так, теперь. Где этот? Вот. Поехали. Все, наконец-то. А, все, 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 успокойся, успокойся. Все, все, мальчик. Остынь. Отмена. Блин. Рано отмену нажал. На. Рвануло. А, так у него там, если честно, не так он уж и силен был. Так, у нас тут электричество. А откуда оно... А... Откуда оно? Отсюда? Не, ни хрена. А как его вырубить? А, вода, вижу. Вижу воду. Я где-то, наверное... А, хотя не, щиток. Поломал? Ну? Поломал. Где мой нож? В смысле? О, боже, я думал, что я сейчас не заберу свой мачете. Прикиньте, это было бы обидно. Так. Что мы здесь понаходили? Всякие детальки. Скотч. И... ну, какой-то меч выпал неплохой, наверное, командирский. Так. А здесь что? А здесь просто деньги. Ну, вроде бы все. Все забрали? Ничего не оставили? Ничего. А ну, что там выпал у нас за этот? 340. Ну, что, очень даже. Если его еще качнуть, то будет очень даже и неплохо.
Так. Аптечка. Ну, нам не надо. У нас на самом деле загружено по самое не хочу. Так. Я забыл, тут можно как-то свет включать? Помню, все, вспомнил. Блин, вот эти вот момент в том, когда ты долго не играешь в какую-то определенную... Бля, я отвлекся. Когда долго не играешь в какую-то определенную игру... Получается так, что типа ты немножечко, ну, забываешь о том управлении, как включить то или иное. Поэтому, конечно, история, наверное, когда ты играешь только в одну игру, она, наверное, все-таки лучше. Так. Ясно, что там типа требуется немножечко времени совсем, но все. Так. А, это роевой ходок. Это он сейчас захочет впускать свои. А это кто? А это который взрывается. Бля. Бля, хамуха. Вот это он жахнул, конечно. Блин, что, еще одну аптечку делать? Надо, блин. Давай вторую. Аптечки не такие сильные у нас, да, на самом-то деле. Разлетелся. Ну, как раз вот мы одну аптечку у него забрали. Ладно. Так. О, здесь, я помню, мы встретились с нашим дружбаном, помните? О, а, это ты? Да, я заглянул к тебе, но Андреа сказал, что что-то... Да, она очень хотела, чтобы мы остались, но... Пришлось настоять на своем. Кто здесь? Ты уж постарайся. Эй! О, привет! Hey. О, у меня такой бардак! Он же ж типа это за ней там это. Ой, Поша! Боже мой! Это истинный фанат. Не нужно падать на колени, мы не королева Англии. Меня зовут Эмма. Тапан, то есть Паттон. А я Сэм Би, который худую воду бич. Паттон, мне очень нужна ваша помощь. На Голливудском бульваре есть вертолет, сегодня ты снова поднимешься в воздух. О, не-не-не, я не могу. Вы смотрели предназнаменование? Ну да. Помните, как Рэнди после аварии не мог сесть за руль? А потом, когда монстр почти добрался до меня, он вдруг вылетает на комара и спасает меня. Круто было! Будьте моим Рэнди. Станьте Рэнди для всех нас. Окей. Ну ладно, okay, хорошо, я попробую! I'll try. For you. Ради вас. Thank you. Вроде не забыл еще, как летать. Мы сгорим в воздухе. Прошу сюда, к счастливой концовке. Thank you, kind sir. О, что такое опять? Не важно. Покажи, какой ты на самом деле. Новый уровень.
Только открыли новый уровень, загрузка пошла. Так, где Джамал в этом Эладу? Так, выйти из зоны. Но нам открылась какая-то карточка по навыкам. А какая именно? Ага, вот, вот тут можно открыть истребителя. Так, подожди, ну аутфах у нас заряжен по максимуму уже. Вот реально, я вот смотрю. У нас есть раз, два, три. Окей, что мы можем поставить? При атаках по зомби с отрицательными эффектами. Так, бить лежачих не зазорно. Мало здоровья у зомби. Блин, ну я бы что-то бы, знаете, удар с размаху. Ускорить его восстановление. Кому пироги? Вот эта вот карточка «Рвись и руби». Ну давайте атаки по зомби. Повышение выносливости. Гневом быстро убивайте зомби одного за другим для повышения выносливости. Ну давай. Пусть будет так. Так. Открыто метро. Но пока оружие нам не досталось. Ну тут и вроде бы нечего забрать. Хотя... Ага, есть верстак. О, мы на самом деле можем поремонтировать. А где наш? Вот он. Давай, ремонт обязательно. А, подгонка уровня. Вот, наверное, подогнать надо по уровню вот этот. А, мы даже не тем ножом бились. Вот наш. Гипер. Чпунь. О. По улучшениям там все хорошо. Ну, я больше бы, если честно, особо ничего бы и не подгонял. Но вот здесь бы... Не, ну это все можно продать. Хотя булава вещь классная. Аптечку можно сделать. Одну. И на это не хватает ни хрена нам, да? Протеиновые батончики. А, нужен ключ. Так. Ну мы можем что? Либо продать. А что продать, нам нужно переместиться по карте вообще желательно. Либо разобрать. Давайте немного разберем. Какие-то, вот получим клей. Вот это можем разобрать. Вот это. Давайте немного хлама добудем. Все отлично. Нам хлам тоже немножко нужен был. Все, пошли. Так, тогда нам нужно будет по рюкзаку. А, он и стоит после автомата сразу. Осмотрите карантинную дверь. А там, я так понимаю, зараженные, да? Ой, там чувствую, трешнячок будет. Понятно. Найди другой путь. Ну, рубайся. Рубанулся, ярость заряжена. Так, а что у меня? Найдите другой путь. Окей, ну что, мы готовы? Да, капитан. Так, выровняйте давление. Ага, я понял. Выровняйте давление. 20. Там 10. А, что? Так, стоп. Вы хотите, чтобы было 10? Сколько стало?
Не палашу тут кручу. А, ну, зеленый. Нам нужен вентиль, подождите. Так, ага. Вот вентиль. Все, отлично. Тут заберем. Тут что? Так, это мы 50 врубили. А может даже надо... Блин, 50 врубить. Нам нужна десятка, да, получается? Так, 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 дайте я соображу мозгами. Это рычаг с водой. Так, у нас тут 70. Окей. То есть 20 выключаем. И 50 тоже мы выключаем. Есть. Теперь у нас тут должно быть 0. Да, по 0. Подождите. Перекрыл. И дал воды. Ну, тушись. И десятку мы там врубим, и будет отлично. Ну, а чё он так долго тухнет? В смысле? А чё, он не перекрывается? Ну, типа, сверху не льется. Тут же я пройти не могу? Нет, не могу. Это потом туда пойду. А как мне туда пробраться? Может, может мне надо потушить? А давайте я возьму рюкзак, и у меня где-то есть вода. Устройство для тушения пожаров, вот. Ну давай, вот это вот. Оп. Scratch one. О. Нас, конечно, немножечко подмотало, но ладно. Так, теперь нужно 20. 20 вот. Scratch two. Есть 2, а третье, что он хочет 50. Тут орёт. А, бля! Ёперный театр. Так и чувствовал, что что-то побежало. Пошли вон! Пошли вон, заразы! Фу! О, бля! Never let it be said, I can't handle the pressure. Пошел в сраку! Так, подождите, я ж вроде бы сделал. 50. А, все, там уже открылось. Никого нету? Все? Все, можем идти. Так, стабилизировали. А, и дверь открылась. Ага, метро. Все эти люди угодили в ловушку, сидели в темноте. Хотел, бляха-муха, дурдэнда я. Хотел на самом деле сделать. Не встанет, да? Ну ладно. Шоу-кольчик давай сделаем себе немножечко. Как говорится, так и быть. Так, это лучше обезвредить. От греха подальше. Ага. Тут ловушки. Ага. Ага-ага. Бля. Одну порубали. Вторую сняли. Отлично. Так, чемодан. А, в конце какое-то оружие стоит. Ах вы говнюки, смотри как. Так.
что это, ружбайка, дробовик? О, бля! Вот кто тебя просил вставать? Ну вот лежал бы и лежал. Так, секунду. Я достал... Что там еще? А, аэрозольные баллоны. Мне там выпало что? Ружье. Окей, причем очень даже неплохое. Очень даже, может даже поменять вот так вот. А то уже потом продать. На самом деле хорошая пушка. Ага. Ага, это тот, куда мы пришли. Окей. Тут есть аккумулятор. Ну, мы можем его взять на самом-то деле. Как бы не проблема. Потом в кого-то швырануть. Всякие доместосы стоят. Вот еще. О, тихо-тихо, кто? Где? А, на. А, его тебя эти мне это. Все? Ладно, давайте двигать. Тут, конечно, можно всякого пособирать, сплав, клинки. А, вы знаете, что надо было поменять? Метательные предметы на вот это вот все. Так, спуститесь глубже в метро. О, здесь тоже что-то стоит. Ой, вижу. Ладно, давай. А, бля, подлез, да? Ну, сам виноват, ладно. Я думал, что на самом деле не заденет. Ой, блин, что ж там так все так это, а? Что ж там так все прям... Блин. А где мой аккумулятор? А он уже разломался, да? Так, смотрим. Ружбайка вот одна. Вторая. Вот, есть. Две проходим, ничего не происходит. Отлично. Дальше. Ага. Одна вот. Она не заряжена. А вторая? А вторая заряжена. Аптечка. Ну, вроде бы все. Можно вставать. И все? Да больше ничего нету? Ну, патроны к дробовику. Короче, они хотят, чтобы я прям с дробаша валил, да? А дробовик у нас... Вот это. 30 патронов. Ну да, полная обойма. Единственное, было бы неплохо бы его чем-то улучшить. Ну давай попробуем. Давай поваляем с него. Вот. То есть есть такой дробаш у нас, а есть... А, тот же не стоит у нас, все нормально. То есть тут же дает нам то, что установлено. Ну поехали. Давай попробуем с дробаша. Раз патронов столько даете, можем пострелять с дробовика. А то что это мы постоянно меч и меч. Так. Энергетик. Ну, ярость заряжена, понятно. Ага, мы можем пойти сюда, можем пойти сюда. А вон стоят гаврики. Ну чё, вы готовы? Да, капитан! Ну слушай, нормально вроде бы. Зарядка быстро идет. Чё, мне понравилось, я согласен. Меньше проблемы, чем когда ножом махаешь. То есть сейчас можно пойти и забрать, правильно, патроны.
Угу. Окей. Ну давайте с дробашом побегаем. Почему бы и с дробашом не побегать? Так. У этих что тут попадало? Химикаты. Есть багаж. Кто дышит, слышу. Кто-то что-то дышит. А, тихо, тихо, тихо. Спокойно, не нервничать. Так, идем. Вот странно, он сидит, если честно. Йо, Эмма. Паттон? Anybody? Есть кто-нибудь? Да, сейчас есть кто-нибудь. Сейчас как выскочит, как укусит за жопу. О. Так. Это перекрыть. Ну, можно кинуть от воды, а хотя можно стрельнуть и по этой штуке. Все, типа мы поломаем электричество. И получается... А вода у нас где? Либо мы кинем сейчас... Хотя вот, городская вода. Типа, осторожно. Вот она. Все. Чент порешал. Так, давай перезарядку. Не-не-не, я случайно. Перекрыть не надо это все. Так, что у нас там? Что нам выпадет? Кирка. Ну, вроде бы тоже такая неплохая. Можно будет как-то помахаться ей. Давайте заберем весь лут. Крепление у нас уже максимально. Ну, вроде бы все. Все, что могли забрать. А что по кирке у нас там? 350. Блин, ну хорошее. Ничего не скажешь, хорошее. Ну, хотелось бы потом какое-то оружие, конечно, попродавать. Получить деньги для того, чтобы потом улучшать. Так, в крайнем случае у меня заряжена ярость. Так, спуститесь глубже. Ну, мне туда. Ух, бы не усраться бы только. Кто-то идет. Кто-то, бля, идет, как за жопу укусит. Если что, я тут могу махаться, да? Хорошо. Так. Пока спокойно. Я понял, мне сюда. Выходи, подлый трус, я не боюсь. Так, спуститесь глубже. Еще глубже надо. Ой, бля, что же так это все, это какие-то лабиринты это наделали, а? Прям специально. Это что за патроны? А, это крепление. И энергетик. Ладно. Провода. Не, давай возьмем, где наше ружье? Мне ружье... У меня с ружьем было спокойнее. О! Убля! Убля! Ладно. В смысле иммунитет? В смысле иммунитет? Бля! Я что-то лоханулся. Черт побери. Бля, подождите, а что мне по оружию? Может автомат взять? А чё на него иммунитет сработал? Зараза. Я этого не понял. Какого хрена? Это типа что-то похоже на клоуна был, да? Давай пробуем с автомата. А ему насрать.
Хотя... Так, открылся. Ну, бля, не умирает. А, он сам себя поджирает. Ах ты, животное. Ой, я что-то прям нашел какой-то лайфхак. Ладно. Короче, это клоун, который может жрать сам себя. Ну ты хрень моржовая. Я в шоке просто. Надо выпить энергетика. Я понял. А у нас по патронам там вообще все плохо, да, теперь? Два патрона. И на ружбайке у нас один. Ну, можно было бы как минимум зарядить ее. Мало ли вдруг что. Я же надеюсь, он один тут такой был. Так. Спуститесь глубже, куда еще глубже? Я на тебя рассчитываю, Сэм. Так, ну тут крепление, тут ни хрена такого ничего и нету. А, это, блин, свет. Кто это, бля? Это опять еще один? Бля, мне кажется, это опять клоун какой-то, опять еще один. А, нет. Пошел нахрен! Взрывайся! Так. Кирка редкая прям выпала. Так, нам нужно в те двери, я видел. Баллончик. Ну, тут чуть-чуть полутаться можно. О! Что такое? О, бля! Я немножечко очкую. А куда они все идут? Ребята! Вы вставать не будете, не? Нормально, лежите. Так, тут что-то есть полутаться. А куда они пошли все? Вот сюда, правильно? Ну да, типа, вон они. Так, мне нужно вот туда. Судя по направлению. Типа, я их могу обойти. Правильно? Ну, я их обошел. Они там себе стоят. 10-1, someone in here has the key. Ага. У кого-то ищу дико в этот ключ. Ну, я понял. Не, ну мы можем, конечно, сделать... Dead-eyed вот так. Commuters. Оно сейчас все разольется. Я потом это как бы жахну. Вот. И они сейчас должны будут сюда прийти. Ой, там какой-то вообще один ненормальный. Мать моя женщина, что вы за... Кто вы такие? Разлетелся. Так, парни, а вы типа, ну, как бы идти собираетесь? Ладно, давайте я вам покажу фокус. Смотрите. Оп, смотрите, как я умею.
Уходи! Я не умер? В смысле, я умер? 199 жизней было. Бля, ну тут мощный такой был. А мы продолжаем дальше, типа, в этом же моменте? Или опять с нуля? Dead-eyed commuters. Опять сначала? Ну, типа, это фишка такая, да? Бляха-муха. Ну да, то есть у меня заряжена ярость. Блин. Ну хоть бери сдалека пистолетом наваливай. То есть вот они по одному ушли. Так. Все, мы некоторое количество их уменьшили. Это уже хорошо. То есть мы сейчас нажмем, что мы должны добыть ключ. Так. И вот тут вопрос. Чем наваливать будем? Можно, конечно, взять... Ну что, ну пистолет можно взять немножечко. Хотя тут патронов тоже у нас. Ну вот можно взять ружье. Делать. Капец, бля, опять сначала, да? Твою налево, блин. Бляха, муха. Так все хорошо начиналось. Ну, то есть мелочь пузатую уничтожить, ну, не проблема. Блин, взял еще лишний патрон. Выпулил. Где он там что-то? О, бля! Попытка номер два. Бля. Так. Да, я подумаю, с чего его шмалять. Где он? Вон он. Бля, живучий ган. Уходим. Где он? Сейчас мы его по чуть-чуть. Бля, попал. Бля. Давай последнюю аптечку, хрен с ним. Ну я догадался, в ком оружие было, точнее этот, в ком ключ был, хреновый, моржовый. Ну ты конечно прям это, чувак, ядреный капец. Завалили. Так, где-то здесь, помню, аптечка была, не была. Ну, можете их тоже завалить. Как думаете, завалим?
Надо, не надо, даже не знаю. Да, пошли не нахрен. Хотя, а вдруг в них есть аптечка? Да, что ты кричишь? Вообще не страшно. Откуда вы все прибежали? Где находилась ваша локация? Смотри, малая, я сейчас возьму опля. А ты откуда взялся? Она каждый раз типа новых призывает. Ах ты жопа. Все? Ну да, мне что-то было. Он еще один стоит. Да вы издеваетесь? Откуда? Ну иди давай, я тоже убью, чтобы ты не обижался. Смотри. Бах, бля. Я думал, это ружбайка, прости. Это я ошибся, не то взял чуть-чуть. Ну все, тут порешали. Я не знаю, конечно, есть ли смысл туда в конец пробежаться. Может, там что-то и было. А не, хрен там. Хотя, вот что-то посветилось. Хлам. Так, ну по патронам у нас вроде бы все более-менее заряжено. Тут 6, тут 8 и тут 6. Давайте оставим. Возьмем, наверное, наш кинжал. А я в правильную дверь иду, правильно? Ну да, типа мне сюда надо было. Так, можно пойти туда, можно пойти сюда. Может, здесь уже можно что-то поремонтировать? Сейчас будет комнатка. Ну, хотелось бы. Так, подождите, мне точно сюда? Ага. А, все, понял, вот та комната, которая позволяет нам... А, и тут они... Все, это типа точка, где... О, мы тут и перемещаться можем, супер! Супер! Вот тогда на этом моменте мы сейчас, блин, переместимся. Во-первых, продадим... Давай, не знаю, там, куда пойдем. На пирс. Либо... Господи, пляж мы ж сами. Студия Монарх. Беверли Хиллз. Бел-Эйр, давай. Да, переместиться. И как минимум мы сейчас там продадим лишнее... Оружие, которое у нас есть, получим деньги. Аптечек можно накрафтить. Так. Подожди, сейчас мы к тебе подойдем. Значит, это мы точно ремонтируем. Есть. Аптечки мы создаем. Раз, два, три. Ну, давай четыре. Вдруг еще одну где-то найдем. Четыре с головой. По патронам у нас все плохо, у нас пороха нету. Так, тебе мы продадим. Давай по продажам. Значит, у нас есть... Ну да, этот уже вот винчестер можно продавать. У нас поинтереснее уже есть. Так, кирку продадим. Эту тоже продадим. И по сабле. Ну это за 4700 неплохая. А ну-ка секунду. 340. Урон 479. Угу. Блин, ну подгонка по уровню высоко. Ладно, давай тоже продадим. У нас пока есть сабля. Пускай будут деньги. Так, что мы тебя можем купить? Предохранители? Да, давай купим. Два. Беру. Обязательно. Расходники. Патроны с дробью. Давай возьмем. Да.
Что ты еще нам можешь продать? Это что? Порошок? А порох ты не продаешь, да? Нема у него пороха. Бомж. Ладно. А что он выкинул? А мне что, на дробовик очень много патронов? В смысле нет места? В смысле нет места? Дробовик! Охренеть, а чё я так лоханулся? Я подумал, что мы можем. Бляха. Не фартануло. Ладно. Так, что мы сделать можем? Подгонку по уровню. Улучшение. Вот это можно улучшить обязательно. Как раз вот по дробовику. Физический урон давай. Ага, поставим мы хрен его. А, нам, бля, мне на все порох нужен. Ёшкин дрён. Повышает урон. А все остальное не хватает каких-то... Блин. Ладно. Начальник, у нас проблемы с порохом. Ну окей. Тогда вот на этом моменте мы с вами остановимся. И уже в следующем выпуске продолжим. А с вами был Андрей Чент. До скорой встречи.